Я вдруг вспомнил, как в школе учителя отбирали у меня ручку. Перед уроком подходили ко мне и отбирали ручку, чтобы я не рисовал. Я любил рисование. Я рисовал где угодно: на тетрадках, на промокашках, на партах, на пеналах, на стирательных резинках. Везде что-то вечно рисовал. Первая учительница Мария Ивановна называла меня художник от слова худо. Все остальные учителя просто отбирали ручки, потому что они хотели, чтобы я слушал их урок. Тамара Ивановна отбирала у меня ручку, потому что хотела, чтобы я слушал химию. Ася Никитична отбирала у меня ручку, потому что хотела, чтобы я слушал физику. Клавдия Николаевна никогда не отбирала у меня ручку, потому что математика – это единственный предмет, который мне зашел. У меня с этим получалось. Нина Семеновна отбирала у меня ручку, потому что хотела, чтобы я слушал русский язык и литературу. Любовь Леоконовна, я тоже помню, что отбирала ручку, но я не помню, какой предмет она вела. И вот, как принято говорить, прошли годы. Я не стал математиком. Я не стал физиком, ботаником, химиком, литературоведом или еще кем-нибудь. Я стал художником, потому что я любил это с самого детства. Я родился художником. Я, конечно, очень рад, что вы тратили на меня свое время, силы, нервы. Но все так, как оно есть. Я художник. Это все, что я хотел вам сказать.